буду начинается с нижней половины, с разминки нижней половины туловища с ног. Поскольку каждому актеру необходимо достаточно четко контролировать свое дыхание, свое передвижение на сцене и уметь концентрироваться на том, что он делает, то существует несколько типов передвижения по сцене, которые я объясню. Вот несколько вариантов движения по сцене. Это обычно вот так. Второй вариант. Это вот так можно пройти. То есть коленки сжатые. И очень прямо получается отдельное место. Такая ступающая тяжелая походка. Еще внешняя сторона ступни. Вот так вот можно. Потом наоборот. Можно из положения сидя, можно полустоя, можно вот так ходить. 次がですね、次はこう。最初はこう、これはバレエ。これからバレエのような格好。それから次が横へ行きます。これはここの次が足を上がった状態でこう。これはこの次が足を上がった状態でこう。これはこの次が足を上がった状態でこう。 それから次はですね、こう倒れますね。倒れる時に足を。これ支えますね。あ、вот это поддержка。ファン。フィクサーです。ファン。フィクサーです。
Ну вот, если из этих скульптур вам что-то нравится, вы можете покупать. Сейчас вот тренировка голоса я покажу. Наташа, скажите, пожалуйста, вот что вы поняли вот из этих упражнений, из этого часа, проведенного вместе с Сузуки-сан? Вы знаете, во-первых, я поняла, как нужно концентрировать свое внимание на поставленной какой-то цели, на поставленной перед актером вот, задачи. Когда говорят... кадр там, допустим, или репетиция началась. Мы долго раскачиваемся, долго разминаемся, у нас начинаем что-то там придумывать, какие-то отговорки, чтобы только не вступить в эту, не прыгнуть, чтобы только не прыгнуть в эту реку, в холодную воду. А здесь вот именно что нужно, ты стоишь, и в этот момент ты готов к тому, чтобы прыгнуть. Вот эта готовность, она просто поражает у японцев. Здесь, конечно, не только физическое, но и эмоциональное, духовное, все как бы вместе. Концентрируется все вместе, в одну точку. Здесь не может быть что-то отдельное, потому что наш организм, все взаимосвязано. Наши эмоции, наша мысль, наш компьютер, наше тело, которое все взаимосвязано. И если работает что-то одно, значит второе упускается. Работает другое, третье упускается. А вот этот тренаж, он как бы собирает и концентрирует все в одну точку. Я не могу выполнить какого-то движения, сконцентрироваться, если я расслаблен здесь, если я не собран. Поэтому здесь как бы подтверждение правила самурая. Самурай всегда готов к поединку. За счет чего? То есть он всегда мобилизован. Это как пример сегодня привел Судзуки по поводу машины, которая заведена, но стоит на тормозе, но она готова в любой момент сорваться. Поэтому вот этот урок, этот класс, он как показательный, что иногда пусть даже жесткий тренаж, но это не насилие. Человек на это идет сознательно, актер. Иначе бы он стал сопротивляться и ушел. Но за счет этого он добивается больше свободы в работе. Он натренирован. Он всегда готов включиться в работу. Я хочу сказать, конечно, что мы и Сузуки-сан сегодня показал только азы, так сказать, только первые шаги вот к этой большой своей теории, которая, кстати, называется «Культура – это тело». Это вот одна из... Зидоша. そういう文明ですね。文明の機械。 そういうものを使って一つの民族とか国民をまとめていく力が大変優れているし発達したということがまずあります。